Ну, не может такого быть. Не должно, чтобы то, что серьезно готовилось 2 года на серьезном международном уровне, длилось месяц. Вот и получается, что мой авторский цикл, посвященный 5-й Московской биеннале, будет поздним послесловием. И, как то принято, первая передача, программа-то авторская, ситуация УТА, будет отдана фаворитам или «My Favorites». Но и тут «Problems». Их, фаворитов, довольно много. Они плохо между собой сочетаются, плохо группируются. Хотя все вместе должны с разных сторон освещать тему «Больше света», а еще точнее «More Lights». Здесь куратор Катрин Д. Зегер развивает идею русского философа Михаила Бахтина о хронотопе, взаимосвязи пространственно-временных параметров бытия. Повторю. Идея о хронотопе, взаимосвязи пространственно-временных параметров бытия. Куда входили частично некоторые из исследований нашего Казимира Малевича, особенно в его мечтах о громадных цепелинах, на которых будут держаться большие города и большие студии современных художников. Я тоже мечтала соорудить дирижабль, как воздушный батискаф в городе Линце. А вот псевдоукраинский автор, бельгиец Пономаренко, его таки соорудил. Причем из тех материалов, что были в ходу в начале прошлого века. Не пластика, не синтетики. I hate it. They realize my idea. I hate you. Мечта. Воплощенная мечта. Ходи себе, смотри и продолжай мечтать мечту. Фердинанда Цеппелина. Малевича, Пономаренко, Кильтер. Вы так закрасили, как будто сделано из пузырей. Посеребрённая под металл. Внутри костюмы из мешковины, видимо, космонавтов, или как они назывались, те, которые в дирижабле плавали. Безусловно, манеж по своим объемам, как пространство, сооруженное под конные парады, отменно вписало в себя такой вот объект, как дирижабль Пономаренко. Но и грандиозная роспись «Он ситу» по месту подлежит долгому, длительному рассматриванию и даже исследованию. Там тоже тема космических, букалических параметров. Водоворот Малибу. Марка Ликари.
где заворачивается все и вся. И создана здесь и сейчас, и будет здесь и сейчас. И перенести, воспроизвести, повторить этот объект нельзя. Там, на той стене, оно живое, сложное и непереносимое. Там целый космос мироздания. Надеюсь, моя патетика понятна. С росписью Марка Ликарии отменно сочетаются две работы. Майи Аноды, светоинсталляция внизу, калейдоскоп, и росписи инием Гоши Владарчак. То есть сайт специфика, ситуационная работа, титул «Frost Drawing for the Moscow Manish».
Ну и после трех прям-таки космогонических объектов хочу предложить вниманию зрителей три работы тактильного свойства. Они становятся понятны, если осознать, что здесь нужно щупать, ощущать. В первую очередь это Ульрике Гроссарт. 16 предметов, тантрическая практика. Хоровод Алана Майклсона и скульптурки Адриана Вильера Рохаса. Скульптурки Адриана Вильера Рохаса называются «Работа океана». Они созданы из эпоксидной смолы, которая не подвластна разрушению, хотя имитирует глину. Ульрике Гроссарт считает, что любое действие, каждый поступок взаимосвязан, порождает процессы, последствия которых не определены и непредсказуемы. Alan Michelson, I'm the maker of this work. I'm an artist from New York. No, title. Round Dance. О взаимосвязи и хороводе, как круговороте всего со всем, рассказывает и даже демонстрирует его видеоинсталляция Алана Майклсона, Канада. Это традиция First Nation. Именно так называются коренные народы Канады и Северной Америки. Таким образом, они отстаивают свои права, взявшись за руки и пританцовывая.